Анализ нарушений правил дорожного движения всегда безрадостен. И тем не менее, реже всего водители управляли транспортным средством без водительского удостоверения и выезжали на полосу встречного движения. Всего по одному разу. Двое водителей попытались пресечь железнодорожный переезд с нарушением правил. Пятеро отказались от требований сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования, а также двое управляли автомобилем в состоянии опьянения. 14 водителей рисковали жизнью детей и не побеспокоились об их безопасности. Пассажиров в возрасте до 12 лет перевозили без удерживающих кресел. 14 пешеходов проигнорировали правила дорожного движения. Лидерство среди нарушителей у водителей. 40 из них нарушили правила дорожного движения при проезде пешеходного перехода. Всего в новогодние каникулы на территории Воскресенского района произошло 21 ДТП. Пострадавших нет.